Еще 211 человек излечились от коронавируса. Всего выздоровели почти 62 тысячи ставропольцев. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. Продолжается работа по выявлению новых случаев заражения. За прошедший день диагноз подтвердился у 360 жителей края. 21 пациент скончался. Сдержать распространение инфекции поможет только вакцинация. Не забывайте соблюдать и меры профилактики. 55 ставропольских школ могут попасть в новую федеральную программу капремонта уже в следующем году. Об этом говорили на совещании в правительстве региона, которое провел губернатор Владимир Владимиров. В первую очередь в программу войдут ветхие сельские школы, а также учреждения без пищеблоков и спортивных залов. Предварительно на эти цели краю потребуется около 4 миллиардов рублей. Еще 26 образовательных организаций могут войти в программу в последующие годы. Вы знаете, что у нас состояние школ, ну, прямо скажем, требующее огромных вложений в их ремонт. И соответствующее наше участие в этом ремонте. Очень бы хотелось, чтобы Ставропольский край был самым крупным участником этой программы – капитального ремонта школ. Чем запомнится лето 2021-го и как начнем новый учебный год? 30 августа губернатор Владимир Владимиров проведет прямую линию. Трансляцию можно будет посмотреть на своем ТВ и ОТР. Проект также поддерживает интернет-портал «Победа-26», газета «Ставропольская правда», издательский дом периодика «Ставрополье» и Центр управления региона. Задавайте вопросы по телефону доверия губернатора 74-81-88 или запишите свой видео-вопрос и отправьте на номер WhatsApp 8-928-350-80-70. Итак, 30 августа в 17:30 включайте свое ТВ или ОТР. В селе Стародубском Буденновского округа отремонтировали 60-летнюю амбулаторию. Как рассказали в управлении по информполитике правительства региона, там заменили все коммуникации, обновили стены, потолки и полы, а также привели в порядок фасад здания. Работы прошли в рамках краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения. В селе Старомарьевки Грачевского округа ремонтируют 3 участка на улице Красной. Как рассказали в краевом Миндоре, сейчас специалисты обустраивают выравнивающий слой основания из песчано-гравийной смеси. После завершения основного этапа работ нанесут разметку и установят ограждение. Обновление проезжей части проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».